Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать вот такой замечательный наборчик. Это платьишко, которое мы с вами вязали. Я связала его сейчас из бирюзового цвета такой же пряжи и таким же крючком. В наборчик сделала вот такую замечательную повороску и с цветком из атласной ленты. Ссылочку на платье и повороску, если вам понравилось, я оставлю в описании под этим видео, обязательно смотрите. Что касаемо платьишка. Платьишко связано на размер ребенка где-то вот 11, даже можно меньше, то есть где-то 10-18 месяцев. Почему такая разница? Потому что, в принципе, эта моделька может носиться как в свободном, то есть она такая вот, как своего рода мешочек красивенький, а может носиться и приталенная. То есть вот почему такой вот именно размер варьируется от 10 до 18, то есть, казалось бы, 8 месяцев ребенок растет. Вот. И что касаемо по поводу платьишка, я хотела бы вам сказать. Видеоуроки мы с вами вязали на размер 2-2,5 годика. Здесь я сделала гораздо меньше, то есть где-то до 1,5 годика. Почему? С помощью чего я это сделала? В принципе, вязала все то же самое, только изначально я на горловинке набрала меньше воздушных петелек, что уменьшило горловинку, окружность. Плюс я сделала на 2 рапорта меньше, всего лишь на 2 рапорта, представляете, размер между 1,5 и 2,5 годика всего лишь на 1,5 рапорта, на 2 рапорта меньше. То есть я убавила рапорт в рукавчике в одном и во втором, то есть сделала рукавчики я по 5 рапортов, по 5 вот этих вот елочек, арочек, а посерединке я оставила как на перед, так и спинку на 6 рапортов. То есть из-за того, что мы убавили по рапорту на рукавчиках, уменьшилась окружность груди где-то порядком на 2-3 сантиметра 100%. Плюс уменьшилась горловинка, что значит не будет слишком такой вот глубокий вырез. Уменьшились рукавчики, то есть для обхвата ручки на ребенка в годик гораздо меньше, чем 2 годика. Поэтому уменьшили здесь, уменьшилась сразу окружность груди и уменьшилась горловинка. В принципе, все связано то же самое. И, как я вам уже говорила в предыдущем видео, я всегда рекомендую перед и спинку делать четное количество рапортов для того, чтобы ровно посерединке была сзади застежка. Сзади я сделала застежку из 3 пуговичек на планке. Вот так замечательно взяла пуговички в тон платью. Вот по 3 рапорта разделилась у меня с одной стороны спинки и с другой. То есть вот она у меня ровно посерединке планочка. Если бы я взяла 5 рапортов, как вы понимаете, смещение бы пошло уже на бок. И было бы не так красиво и аккуратно. Вот у меня задали вопросы на том платьишке, как уменьшить размер. Вот я вам сейчас отвечаю именно на этот вопрос. Вот размер я сделала и длины платьишко немного короче, то есть там я делала 50 сантиметров, здесь я сделала всего 42 сантиметра. В принципе, для ребенка на годик 1,5 этого более чем достаточно, это будет по колено, а то и ниже. То есть если вы хотите выше именно вот под попочкой сразу, то соответственно там уже измеряете у кого как, у кого-то 30 сантиметров, у кого-то 35, то есть вы уже смотрите и варьируете от плеча до низа свои нужные сантиметры, которые вы намерили. То есть здесь я сделала 42, такой вот запасик, я жарю еще раз по колено. Почему? Потому что кому-то это будет и по пятке, возможно, кому-то это будет наоборот, у кого-то длиннее ножки, у кого-то короче, точно так же и тело до именно до пояса, у кого-то короче, у кого-то вытянутее, у кого-то худой ребеночек, у кого-то поплотнее. То есть здесь уже вы смотрите на свое усмотрение, в принципе, на окружность, на обхват груди у меня здесь получилось где-то 48 сантиметров, благодаря тому, что я уменьшила по рапорту на рукава. Вот, в принципе, все основы я вам сказала, ответила на вопрос, как уменьшить платье на размер. Я надеюсь, что вам стало все понятно, украшаете и вяжете вместе со мной на свое усмотрение. Всем хорошего настроения, пока-пока!